Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сейчас прямо у тебя на глазах я создам новый мир в Майнкрафте, чтобы никто не подумал, что здесь все подстроено, что я знаю, где какие блоки находятся на наших картах. Прямо сейчас я его создам. Выхухлядский ядреный батон с А, не помещается мало букв. Выхухлядский ядреный батон. Ага, выживание. Create New World. Мне, наверное, опять нужно объяснить, что это такое. Да, свинюха, да. Но ты не парься, я сейчас все тебе объясню. Но прежде чем начать... Наркоманы Петровичи! Запускайте Майнсруфт! Ну, естественно, как же без Екатеринбурга Выхухлядского? Екатерина Катосовна, заходите, пожалуйста, на сервачок. А если я не хочу? А, нужно, нужно, мы как бы уже все тебя здесь ждем. Я захожу, молодые люди и молодые женщины. Похлопали все, быстро, быстро все похлёпали Екатерине! А где я? На моем сервере, в Майнкрафте. Ля? О, нет, я сказала... Она сказала ля! Она сказала ля! Первый раз в жизни, а ля! Это было... Книгу рекордов Гиннесса записали быстро, Катя ля сказала. Я увидела свои текстурки и восхитилась просто, это не читается. Кстати, да, мы сейчас находимся в Лего-мире. Каждый блок, который здесь присутствует, состоит из Лего. И скажу каждому по секрету, все эти текстурки нарисовала Катя лично. А я их просто запихнул в Майнкрафт, поэтому все аплодисменты католику. Спасибо. Весь мир состоит из лего, и дерево, и земля, и камень, и мозг хлебушка, мозг Алекса электрички, и мозг хавчика. А также здесь у нас блудная дочь, Мунстр, вернулась спустя год отсутствия примерно. Ну и, конечно же, мать уток, и там у нас прячется Ержан. Лера, приходи, да. Не знаю, почему Ержан, ей такую кликуху дали. Кто смотрел предыдущую серию рубрики «Один блок», тот знает, в чем заключаются правила. Кто не знает... Я сейчас объясню. Мы делимся на команды. По центре. Мужики, точнее. У нас здесь по центре нет. Мужики ко мне. Ко мне, а бабы в другую сторону. Ушла отсюда. Ушла. Бабы все в другую сторону. Все. Бабы там, стойте. Да опять тихо, стрелку. Тихо. Пацаны. Ну как обычно, короче, махач. Погнали. Махач, пацаны, махач. Бабы никак успокаиваться не хотят. Я, короче, католика топлю. Вы топите утку, утку топите. Католик! Все, хватит, по местам. Подрачунькались и достаточно. Что? Какая наша задача? Очень простенькая. Кто первый найдет 8 железа, кто первый для всех членов команды скрафтит железный меч, тот и победил. Но не все так просто, потому что железо у нас также обычный лего-блок. И мы не знаем, как отличается камень от железа, а не одной и той же текстуры. Выиграет или бабецкая команда, или мужицецкая команда, зависимо от того, кто первый найдет 8 железа. Все готовы? Руку вверх, кто готов? Я готов, все готовы, да? Так, девочки, я как обычно ничего не понимаю, ничего не знаю. Мне сразу кирку кто-нибудь, вот эту кирку, вот это вот, короче, даст мне. И все, я буду просто копать. И все. Помогайте Кате, это самое главное, потому что, как я уже говорил, она нубасосина. На счет 4 начинаем. 1, 2, 4, погнали, быстро. Короче, пацаны, первым делом ломайте дерево. Крафтим каждому палочки, крафтим каждому деревянные кирочки. После этого сразу добывайте камень. Чем как можно больше камня. Нам каждому нужно скрафтить каменные кирочки, и потом сразу же находим шахту. Быстро, сейчас я скрафчу верстак, подождите, или уже кто-то скрафтил. Кто скрафтил, молодец или не молодец? А где примерно искать шахту? Под собой, в принципе, под собой. Она всегда под тобой находится, где-то под тобой, да. Нельзя копать под себя. А, опа, кто-то уже знает первое правило Майнкрафта. Ты молодец. Ну да, ты мне год назад его сказал, это самое первое, что я услышал. Я скрафтил кирочку, найдите мне шахту, пожалуйста. Дайте мне кто-нибудь кирочку, пожалуйста. Да, еда нужна, держи еду, быстренько. Кате кирку дайте, она не помнит, как крафтить ее.
Я не то чтобы не помню, молодой человек, я не знаю. А, не знаю. Я ей каждый день объясняю, показываю просто ей крафт кирки, она до сих пор не понимает, как ее крафтить. Катя, Катя. Опа, шахта! Огромная-огромная шахта! Идите сюда, все пацаны! Быстро! Я случайно на экран плюнул, подождите, сейчас вытру. А где шахта? Как ты нашел шахту? Как подожди. Они уже камень нашли, пацаны! Вы что такие медленные, а? Быстро! Каждому нужно сделать каменную кирку в ближайшие 20 секунд. Или бан! Это бан! Я копаю под себя, не под себя, а знаешь, вот как бы вот рядышком, чтобы, вот, да. Хавчик в шахту, Никит в шахту, мне сейчас нужно скрафтить себе кирочку. Хлеб, тащи верстак сюда, быстро. Католик здесь у нас бегает, сейчас мы католика. Блин, почему везде вода, где я не копаю, везде вода под низу. Кому кирочку каменную скрафтить? Кому? Хлеб, держи и потопали. Забирай верстак и потопали. Ты посмотри. Да, а ты-то тут при чем, мать? Я не с тобой разговариваю. То-то караульте так сверху, чтобы к нам сюда тёлки не забежали, вот это так, котосик. А мы ой, пойдём... да нафиг ты нужен? Это же я начала копать, Мия. Быстро, я думала, это вода. То есть здесь копать просто? Да, просто копать. Если ты сможешь найти железо, ты огромный молодец. Все блоки выглядят по-одинаковому. И камень выглядит так же, как и железо. Поэтому мы не знаем, где оно находится. Нужно просто вот копать. Это, блин. Да. У Хавчика две железные руды, Хавчик, нам еще 6 осталось. Давайте, пацаны, мы сможем. Мы в прошлой серии порвали баб, надо и в этой серии их тоже порвать. Эй, мы выиграем. А, ну в этой давайте, серии должны давайте выиграть. Ну, или вы сравняетесь с нами, или вы будете двойными лохопецкими. Поэтому давайте, делайте хотя бы что-то в этой жизни. Как вы находите? Блин, я тоже хочу найти. А почему так камень долго ломает? Это потому что я его чем ломаю, понятно? Может, его просто рукой ломает? Да. Ну я ж просил, дайте Кате, пожалуйста, кирку, алло! Нет, она у меня есть, я просто не выбрал ее. Ей дали кирку, она просила, но она почему-то продолжает ломать рукой. Ну это же Катя, что с ней взять? Пацаны, я здесь вообще ничего не нахожу. У кого есть еще железо? У кого? Блин, а помнишь, как я нашла один раз алмазы случайно? Может быть... Я не знаю. Диорит. Что такое диорит? Я нашла диорит. Это не то, что нам нужно. Не-не-не-не-не, это вообще не то, что надо. Я не понимаю... Так, я знаю, где Хавчик. Я не вижу ни Никича. Вот, Никича не вижу, Хлебушка вижу. Пацаны, да добывайте вы уже что-то в этой жизни. Алло, прием. Все блоки подряд ломаете. У Хавчика уже 2 железа, нам еще 6 осталось. Блин, я запуталась. Я тут в какой-то вообще же... У Леры 3 железа, пацаны, мы теряем преимущество. Железная руда, это то, что нам нужно, нет? Да, это то, что нам нужно. Я нашла железо! Оно железо нашла! У меня одна... Я такая запуталась, где я? Мия, забирай мне железо. Где ты? Я не вижу тебя. Господи, держи. У меня одна железная руда, пацаны, давайте быстро. Я не знаю, сколько у вас железа. Сколько железа у вас? 4. У меня 2 железа, у Хавчика 2, у меня 2, значит у нас 4. Жизнь, я так счастлива, так рада, у меня железо! Сколько у тебя железа, скажи, пожалуйста, сколько железа? У меня? Да. У меня, я тут одно нашла. Одно, то есть у них получается 5. 4. В смысле 4? У них 5, у нас 4, давай, у меня 2 железа. Да почему никто не находит, кроме меня и Хавчика? Дайте кто-нибудь мне кирку, у меня скоро сломается. Да, у меня тоже сломается, пацаны, давайте крафтим. У кого есть... Вот, вижу, давайте быстренько. Если кому-то нужна кирка, говорите, у меня есть еще одна в запасе. Мне нужна. Да, тебе я не дам. 6, класс. У них 6 железа! Сейчас я найду, я наш... Ты нашла? Нет, у меня уже прям сердце остановилось ту же секунду. Я где-то вот здесь видел, я здесь где-то добывал, и я 2 железа себе добыл. Значит, оно где-то вот здесь рядом с нами. Блин, пожалуйста, мне кажется, что я прям сейчас еще и прям найду что-нибудь, прям найду. Посмотрим. У меня прям интуиция, чуйка, как у паучка. Никич в другую сторону, а где хлеб и где Хавчик? Пацаны, вы где? Ой, мы тут с Мией встретились. Выбегай наверх, зачем им низко? А ты понимаешь, что потом тебе нужно будет сюда возвращаться и давать нам железо? Давай поднимайся наверх. Это такая стрессовая игра, кошмар. Во-во, я что-то тоже даже не думал, когда мы ее придумали, то, что так сложно будет. У них 6 железа, пацаны, им 2 железа осталось. Подожди, нам же 8 надо, да? Да, 8, у нас 4, у них 6. Пацаны, нужно собраться в одном месте, все быстро наверх в одну комнату. Не надо очень рассредотачиваться, потому что мы потом не сможем встретиться. Лыжник. Хлебушек, ты что делаешь?
Подожди, он что, только что подошел к Лере и старотыбзил у нее 5 желез? Хлеб? В смысле? Я сейчас не поняла, что произошло вообще. Хлебушек! Не поняла! Хлебушек! Что там происходит? Ты дуримон, да, он только что подкрался к Лере и старотыбзил у нее 5 железа. Он ее просто шандарахнул. Это бан! Это бан банский вообще! Алло! Так, все, мы автоматически проиграли, блин, вы еще бесы, а? Че ты там угораешь? У меня 8 железа! Иди в ж... Вы украли все! Подождите, мне, ну как бы, у меня 8 железа, 8, так, пацаны, хорошая работа, только у меня нет палок, дайте мне дерево, дайте! Подожди, так вы не вернете нам железо, что ли? Ой, я не знаю, что нам делать. Стоп! Все ко мне, быстро, все ко мне. Стоп, остановились, никто ничего не копает. Все, на паузу. Стойте на местах. Блин. Вот мне кажется, сейчас подписчики должны решить, что нам делать. С одной стороны, это как бы круто, мы уже, можно сказать, выиграли, но с другой, это немножко неправильно. И хлебобулочному изделию надо бан прописать по лбу. Мы девушек уважаем, мы уважаем своих подписчиков, мы уважаем всех, кто с нами играет, поэтому я предлагаю встретиться с командиром. Командир бабского отряда, встретимся, пожалуйста, наверху. Подойдите, пожалуйста, в центр, там, где мы начали серию. Я вообще без понятия, где я сейчас на данный момент. А, меня сейчас приведет мой помощник, моя правая средняя рука. Правая средняя рука. Тогда мне нужен хлеб, правая средняя рука, за мной. Так, мы идем на переговоры, девочки. Хлеб! Иди сюда! Будешь моим охранником. Так, Мия, за мной, меня могут убить. На расстоянии вытянутой ноги. Не подходить ближе. Спрячь биту свою. Вот, все хорошо, 2 охранника. Так. Миссис, вот это, католик, подойдите, пожалуйста, сюда. Эй, я тебя боюсь. Давай. Я предлагаю честный обмен, чтобы никто... Там шпион, я вижу шпиона за деревом. Я сказал приходить только с охранником, с одним охранником, там еще один. Вы уже нарушили правила. Хорошо. Я предлагаю сделать так. Мы как бы тоже не пописяки-пописячные. Баб мы уважаем. Да и подписчиков уважаем. А если подписчики нас уважают из-за того, что мы сейчас делаем с хлебобулочным изделием, поделимся с вами железом, они должны подписаться на канал, чтобы не пропускать новые серии. Кто за? Плюсик в чат! Кто за? Вот видишь, сколько плюсиков? Они их поставили только для тебя, потому что мои подписчики просят тебя подписаться на канал, если ты еще не подписан. А я буду все же джентльменом, я поделюсь с вами железом. Хорошо, я даю вам... В смысле ты поделишься? Вы украли нагло наше железо. Куда нагло украли? Я вам отдаю 5 железа, и у нас 4 железа. Я вам даю даже на одно железо больше, чем у меня. Понимаете? Все, давай и вали. Мия, забирай. Эй, ты куда? Погнали, быстро обратно в шахту, нам еще 4 железа нужно. Пацаны, давайте, добывайте. Так, Мия, я за тобой, веди меня, пожалуйста. Давай, пацаны, пожалуйста, мы должны их просто отпипехать. Ну, в том плане, то, что мы должны, выиграть, я имею в виду, вот. А как у нас только 4 железа, я не могу понять. У нас же должно быть больше, нет? Пацаны, я предлагаю тактическое отступление. В этой шахте уже нифига нет, поэтому я предлагаю передислоцироваться в другую шахту. Дислоцироваться. Вот, кстати, здесь тоже может что-то быть, поэтому давайте мы немножко поднимемся повыше и здесь будем копать. Никич, копай направо, я буду копать налево. Мия железо нашла и даже никому не сказала. Все понятно, короче. Так, кажется, кто-то выиграет сейчас. Ну подожди, ты как бы тоже не заикайся, хорошо? Вот когда выиграете, тогда мы и все решим. А пока ничья. Хотя как ничья? У них на одно железо больше, чем у нас. На 2. Уже на 2? То есть у вас 6? А есть вообще шанс сейчас алмаз найти? Нет, он очень низко находится. Не, ну слушай, если мы устроим челлендж, кто впервые найдет алмаз, мне кажется, мы здесь будем его, ну, примерно неделю искать, потому что все блоки одного цвета, это вообще невозможно. Блин, тут один булыжник, я копаю, у меня прям булыжники за булыжниками. Можно так с железом, пожалуйста? Я тоже надеюсь, что я копну один блочек, и мне выпадет железо, но что-то как-то не везет. Вот в предыдущей серии повезло, я просто на одном месте начал копать, и там сразу выбил 3 железа. Вот пока мы копаем здесь блоки в надежде, что
мы сможем найти... В смысле? Мия два железа нашла! Пацаны! Ты куда ушел, Никич? Никич уже обгадился от того... У них 8 железа! У них 8 железа! А кремень нужен кому-нибудь? Нет, кремень никому не нужен. Гроб лучше дайте. Все, не выходите из шахты, девочки, вы не выходите из шахты. Иди. Кто-нибудь спасите меня отсюда. Пацаны, копайте, они сейчас по нашей заднице прибегут нас убивать. Копайте, 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 копайте. Может, вы еще сможете что-то найти. Быстро, 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 быстро. Никич, ты-то что ливнул? Никич, все, Никич предатель, походу, куда как бежать, я понимаю. Куда бежать дальше? Хлеб и хавчик, быстро ко мне, быстро. Нужно защищать нашу территорию. Никич, короче, предатель, он вышел. Да вы меня запутали, девочки, ёпасы ты. Хавчик куда? Здесь. Куда дальше? Хавчик здесь. Хлеб, хлеб, быстро к нам, быстро к нам. У нас сейчас будет 2 меча, нам еще нужно. Короче, как я понимаю, Никич был бабским шпионом. Он вышел сразу же при первой же возможности, да? 4 меча, все, мы сделали 4 меча. Пацаны, пацаны, мы у нас... выиграли! У нас а очень плохо идет. Ну, как бы, да, мы выиграли, но... Сейчас, подождите, вам еще нас убить нужно. Одевайтесь, одевайтесь, одевайтесь. Так, хлеб, держи, тебе железный меч. Мне железный меч, точнее, гаечный ключ. Ты, хавчик, ну, я не знаю, плюй в глаза, ослепляй противника. Хавчик, тебе дерево, держи грудак. Грудак, спасибо большое тебе за грудак, хлебушек. Так, 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 так. Они нас видят. Тихо, 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 спрячься, 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 спрячься. Никич пописячный, ты где? Давай поднимайся быстро. Тихо, 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 тихо. Достаньте вы на shift. Пацаны! 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 Да меня загасило, чё мне так... Мия умерла, Мия умерла, меня Лера загасила, Ержан меня убил! Быстро, быстро, быстро! Так, хавчик, ты чё, фыкашишь? Типа башка сломалась, выкинь предметы! Меня убили, нееет! Кто жив? Кто жив? Это кто? Это кто? Это кто? Я не вижу в темноте! Это ты хлеб. Ой, я хлеба случайно завалил. Я потерялась, где я? Мия жива, Мия! Ай, по писяках. Хавчик, поднимайся наверх. Давай, 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 утку, гасите утку, гасите утку. Пацаны, на всякий случай держите мечи наготове, свои заостренные, доставайте их, доставайте. Никич, держи, 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 Никич, держи. Бабы, я предлагаю перемирие. Я официально со своей бандой признаю то, что в этой серии вы затащили. Реально, они по правилам затащили, как бы, да. А то, что было после, вот эти все бабские, мужицкие разборки, ну это просто месть, вот. А так, я признаю то, что счет 1-1. Учитывая, а можно я в кого-нибудь кину сырую говядину? Можешь в Хавчика. Или в Никича. Никич предателем оказался, как мы понимали. Валите Никича, пожалуйста! Предатель! Да все, 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 мы как бы перемирие же было. Мать, ты что меня бесишь? Я тебя хочу хоть раз убить, пожалуйста. Хоть раз хочу котосик убил. Не в этой жизни. Я не знаю, что с этого получилось, но если тебе понравилось, дай знать нам в комментариях и влепи огромнейший лайкусик, если хочешь продолжение рубрики «Один блок». Вроде получилось очень даже весело. А если хочешь, чтобы мы записали еще одну серию в этом лего-мире, потому что он действительно очень даже красивый, также напиши в комменты. Мы всей бандой мужиков, всей бандой баб и всем этим серверам наркоманов говорим тебе огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. А сейчас разрешите представить. Стрелка, пацаны! Стрелка! Вперед, пацаны! Вперед! Валите католика! Валите католика! Я за Мией побежал! Я тебе дам, католик! Иди сюда! Меня убил хлебушек! Это нормально? Это нормально!